Время начинать план скам. Ну, левый чел. Откуда взялся мем, где пожилая женщина играет в Майнкрафт и произносит сленговые фразы? Основой для мемов стал звук, где пожилая стримерша Валюха 1950 комментирует игру. Первый ролик предположительно появился на Ютубе 1 августа 2021 года. Время начинать план скам. Такой. Let's go! Заскамила мамонтов. Твоя! Как тебе, мой Росинган? Повезло, повезло. В этом видео Валюха якобы играет в Майнкрафт. При этом женщина активно использует современный сленг и даже мемы. Очевидно, что ролик был постановой, а речь для бабушки заранее написали. И уж тем более она не играла в игру. Но, тем не менее, некоторые фразы из этого видео стали вирусными, а осенью 2021 года стали мемом. Так, в мемы попал отрывок с этим звуком. Мне начинать. План скам. Заскамила мамонтов. Ты просто нулевый чел. В ТикТоке с октября 2021 года мем начал свое развитие. В ноябре тренд вышел на пик популярности. Помимо обычных видео, где люди обыгрывали мем в разных ситуациях, план скам стал основой челленджа с туалетной бумагой. Время начинать. План скам. Заскамила мамонтов. Ты просто нулевый чел. Да уж. Флешмоб запустили школьники. Они мочили туалетную бумагу и бросали такой комок в стену, чтобы он прилип. Все это снималось на видео под этот звук. В конце ноября мем заметили крупные тиктокеры, например, диктор Антон Киреев, который известный по мему «Всем привет, меня зовут Саша». Он записал мемную фразу с разными интонациями, и люди стали повторять и этот тренд тоже. Время начинать. План скам. Заскамила мамонтов. Ха-ха-ха, ты просто нулевый чел. Отрывок из видео дал миру не только тысячи забавных видео в ТикТоке. Теперь сочетание нулевый чел используется для оценки людей. Нулевый значит никчемный, полный ноль. А время начинать план скам отсылает к мему заскамил мамонта. Скам в данном случае это не мошенничество в чистом виде, а некоторая провокация или обман. А ты нулевый чел? Напиши в комментариях, будет интересно узнать. Если ролик тебе понравился, то поставь цену на видеокарту RTX 3070 15 000 рублей, если не потекли. Я буду этому мега рад. На этом все. Пока!